была супер идея спустить последние деньги на машину. Да, мы станем миллиардерами. Мы сейчас с этим аппаратом такие бабосики срубим. Вот надо было тебе спустить все деньги в это ведро. А я сразу говорил, что это не рентабельно. Все форумы говорят о том, что это железо на колесах. Че за фигня, ребята? А как же это Ламборджини, только лучше? Да еле ссорятся, только о себе и думаете. А между прочим, у меня сегодня день рождения. Чего? Блин, и правда. Вот себе Жигуль купили, а мне подарок. Нет, зачем мне подарок? Так, ребят, надо посовещаться. Короче, надо что-то придумать. Там кто-то есть! Там хейтеры! Идите сюда по одному, она сейчас вас всех раскидает. Привет. Ты еще кто такая? Я тут подслушала ваш разговор насчет подарка. Нечего послушивать чужие разговоры, и помощь от посторонних нам не нужна. Да, ребят? Привет, меня зовут Макс, вон моя тачка. Хочешь, я тебя прокачу? А я профессор Дани, доктор всех наук. Ну так что, вам подарок-то нужен? А ну-ка разбежались, кыш-кыш-кыш! Нужен. Я знаю, тут рядом есть заброшенная фабрика игрушек. Откуда ты знаешь? А я тут рядом в деревне живу. Вам показать? Получай, получай! Подарок они мне забыли! А это корыто купили! Не обижаю! Показывай! Ну, пойдемте. Эй, ребят, пойдемте! Ксюш! Не пойду. У нас для тебя сюрприз. На самом деле мы приготовили тебе подарок. Сюрприз? Я обожаю сюрпризы! Я скоро вернусь, не скучай! Макс, а ну догоняй! Все, иду! Не скучай, детка. Еще немного, заходите. Я не настолько люблю сюрпризы. Где мы вообще? Ну, это надо у новенькой спросить. Кстати, как тебя зовут? Где она? Ну зашибись, очередная чудачка завела нас в жутко странное место. Ребята, нам пора валить отсюда. Добро пожаловать, новый посетитель, на мою фабрику игрушек. Фух, но мы подумали, что вы маньяк какой-то. Маньяк, слушай, ты как-то такая смешная шутка. Как вы круто умеете говорить, не шевеля губами. Это называется чревовещание. Мой папа делает это очень профессионально. Папа? Вы пришли за подарком? Моя доченька покажет вам самые лучшие игрушки. А нельзя нам принести все сюда? Вот ты глупенькая. Это же фабрика игрушек. У нас огромный склад, нам нужно пойти туда. Она меня сейчас тупой назвала? Да я ее... Диану не надо. Нам же нужна игрушка для Ксюши. Ух ты, целый склад игрушек. Пойдемте скорее. Меня одного смущает это странное место, потому что все развалено. Ну, может, потребуется немножко косметический ремонт. Ну ты шутник, Билли! Эй, ребята, подождите меня! Ну что, босс, вот новые тела для вашей дочки! Замечательные экспонаты, Билли! Ее старое тело нестабильно. Ну где игрушки? Слушай, эта новенькая какая-то странненькая. Согласен, вот я красавчик, но почему она общается с Даней, а не со мной? Все, я к Ксюше пошла. Так вы говорите, тут была самая большая фабрика? Да, это была самая большая фабрика в этом городе. А, ну что с ней стало? С ней? Только не сейчас, только не сейчас. Ну так, что случилось там с вашей фабрикой? Ты где? Ребята, там новенькая пропала. Как пропала? Такую девчонку спугнул профессор со своей наукой. Ничего я не спугнул. Она была тут, а потом...
Она там, профессор, посторонись. Девчонки нужны не умный, а красивый. Тут ее нету. Только странная кукла. Да я вижу то, что ее нету, только вот это, фу, страшило. Даня! Это живая кукла! Помоги, профессор! Хорошо, хорошо! Даня, спаси! Вот ты это! Кто там страшный? Кто там страшный? Даня! Даня, там Макс! Там кукла! Даня, она там его за голову, она такая, а он такой, Профессор, вас что, тупость Макса заразила? Ничего не понятно. Ты Макса похитила, кукла, на его душе там! Чего? Что за шум, а драки нету? Ага, я знал, что тут что-то не то. Это фабрика, и он, она похитила его, Макса! Макса похитили! Это ваша кукла похитила Макса! Директор, походу ребятки перегрелись. И шутки у них странные. Тут ничего смешного нету. Я серьезные вещи говорю. И хватит этой куклы кривляться. А ну быстро верни меня на место. А, она сама говорит. Слушай ты, девчонка, а ну верни куклу на место. Так, слушай ты, не кидай меня. Ох, ты что дурашься? Меня, кажется, укачало. Эй, ребята, а вы где? Какая странная игрушка. Ксюша! Диана! Профессор, я иду! Ты думаешь, это идеальное дело для тебя, доченька? Других я не смогла поймать. А, тоже сойдет, только в платье наденем, волосы нарастим. Ну еще пару вещей добавим, а что-то уберем. Че? Какое еще дело? А ну отпустите меня! Это мое проклятие. Не говори так, доченька. Это так. Мой папа хотел себе дочку. Вот и сделал куклу. Но это была просто кукла. И тогда он решил ее оживить. А для этого ему нужно было тело. И вот я в этом теле. Но она не может сдержать проклятие. Нужно тело посильнее. Какая еще кукла? Я кукла. А, это же кукла какая-то, страшная кукла. Я не страшная, папа! Куда забралась? Отцепите меня! На тебе! Волосы вырежу! Там кто-то есть! Ребята, я тут! А ну, выходи! Ваш друг у меня заложника! И твой тоже! Билли! А ну, отпусти Макса! Че думаете, уйдете? А ну, девчонка, не глупи! Отдай куклу! А я ничего делать не буду! Что ты сделаешь одна? Ну че, кукольчик, доигрался? Извини, Ксюш, у нас нет подарка. Да, все хорошо. Главное, что мы все вместе. Ну и все, пошлите отсюда скорее. А-а-а, будьте прокляты! Бай-бай. Я тебя запомнил. Очко. Давайте быстрее, там ласточка моя ждет меня. Да, погнали, подрифтим. Валим отсюда! Моя хорошая, так соскучился. Хорошо, что выбрались отсюда. Да, там жутко. Да.